Вот это что-то, друзья. Опа. 71 прямо на поверхности. Всем привет, друзья. Добро пожаловать на канал. Это третий выпуск пляжного копа в поисках сокровищ. Пляжи Испании. Приехал на новый пляж. Сколько много слов пляж. К нему ехать 20 минут. Выглядит он как будто заброшенный. Но он очень широкий. Поэтому... погнали, посмотрим, что там сегодня мы найдем. Надеюсь, это не нудистский пляж. Ну что, друзья, приступим. Это, скорее всего, дикий пляж. Потому что тут зона такая прям открытая. Посмотрим. Что здесь будет? По-видимому, здесь никто не копал, потому что ям нету, по крайней мере, свежих. Так что будем искать. Включусь, как только что-то будет. Первый сигнал. Так, друзья, первый сигнал. Я уже вижу, прямо на поверхности лежит монетка. Это у нас что? 10 центов. Отлично, первая находочка за сегодня. Походил пока, ну, минуты 3, наверное. Идем дальше. Так, друзья, здесь сигнал только что был. Вот, похожий на 1 евро. Где-то тут. Смотрим. Точно, 1 евро, 100%. Смотрите. Да ладно. Вот вам и 1 евро. Не, ну это же не все. Четкий сигнал, 71 был. Где Еврос? Капец. Жесть. И в прямом, и в переносном смысле. Да. А такой красивый сигнал был. 71. Ладно, идем дальше. Так, друзья, сигнал 75. Смотрим. Монетосина. 75, это у нас что? 50 центов. Отлично, вторая монетка. Хорошее состояние, слушайте, лежит недолго. Супер. 75, четкий сигнал был. 75, это 50 центов, 71, это евро и 2 евро. А 56, вроде бы, это 10 и 20 центов. Хотя они это с того же металла. Все, больше ничего нету. Нет, что-то еще есть. Еще одна монета, друзья. Две монеты в одной яме. Это уже что? 2 цента. Может, там еще есть? Давай, не останавливайся. Все? Вроде да. Идем дальше. Есть сигнал. Ну что, монетка? Ставки. Опа, монетосинка. 20 центов. Отлично. Тоже недавно кто-то уронил. Все, больше нету. Да, больше нету. Хорошо, идем дальше. Тоже сигнал 71 был. Подведем итоги. Вот такая вот куча
мусора было найдено и 85 центов всего. Не густо, но и не пусто. Так что поехали на следующий пляж. Приехал на другой пляж. Уже вечер, людей почти нет, ну точно никто не загорает. Сейчас начну отсюда и хочу вот там вот дальше пройтись в воде. Попробовать наконец-то что-то поискать под водой. Надеюсь, что получится сориентироваться в воде по сигналам. И мы сегодня точно что-то найдем. В песке так точно. И вот интересно будет посмотреть, получится ли найти что-то в воде. Включаемся и погнали. Так, сразу же первый сигнал похож на монету. Смотрим. Где-то вот здесь вот, на поверхности. Вот здесь вот. И это монетка. Отлично, хорошее начало, 20 центов. Что-то еще показывало. Что-то еще будет? Так, пока нет. На этом пляже я еще не ходил. 20 центов, идем дальше. Ну что, давайте попробуем в воде. Зашел, вот пока что четких сигналов нет. То есть что-то пикает, но поймать сигнал сложно. Сейчас попробую показать. Очень много мелких медуз, такое ощущение, что это монетки лежат. Просто такое ощущение, что металлоискателем этим можно искать под водой, но он не предназначен для подводного копа. То есть именно в воде. Вот есть сигнал 77, да? Где-то вот здесь. Вот. И все, и он больше не повторяется. И непонятно, что это может быть. Но вода, слушайте, чистая, теплая. Класс. Найти бы еще золотишко сейчас. Было бы вообще супер. Вот. Тут уже что-то есть. Вот. 75. Ну, давай. Надо же найти метку, где копать. Все, пропал. Уплыл, что ли? Оп. Промываем. Проверяем. Сигнала больше нет. Смотрим. Ничего. Сигнал появился снова. Что, еще глубже, что ли? Или я не там копнул? Перешел я на песок, короче, тут попроще. Попробую в воде, когда будет больше отдыхающих. Здесь вот, может, возле бара кто-то мелочь просыпал. Или у кого-то сережка упала. Так, есть хороший сигнал. Либо монета, либо крышка. Так, достали. Смотрим. Вот это? Серьезно? И все? Офигеть, это монета называется.
Да. Так, есть много сигналов. Вот здесь вот на поверхности что-то лежит. Вот это что-то, друзья, монетосина. Еще 20 центов? Да, отлично. Тут еще были сигналы. Сейчас глянем, что еще здесь есть. Это же не только это пикало. А нет, только монета это пикало. Больше ничего, отлично. Ну, уже 40 центов есть. Двигаемся дальше. Так, есть сигнал на поверхности 70. Что это у нас может быть? Монетка или мусор? Где-то здесь. Что, не взял? Упираюсь, не есть монетосина, видно, вот она, 10 центов, да? Да. Так, на этом пляже уже 50 центов есть, сигнал был 70. Хорошо, идем дальше. Еще один сигнал, тоже 70. Где-то здесь. Так, показывала же на поверхности. Ничего нету пока что. Ага. Вот она. Что это? Опа, это уже серьезно, это уже евро. Да, 1 евро. Отлично, евро 50 уже. Что, все? Жменьки здесь нету, монеток? Ага. Так, хорошо, друзья. Буду на этом пляже заканчивать, уже темнеет. Так что на этом пляже я нашел 1,5 евро. Неплохо, за часик. Поехал, отдыхать. А с вами увидимся на следующем пляже. Так что не переключайтесь, обязательно подпишитесь на канал. И также напишите в комментариях, как думаете, что я найду самое дорогое. Очень будет интересно почитать. Ну что, друзья, день третий. Решил я отъехать намного дальше. Там, где много ресторанчиков у набережной, кафешек. Сегодня хоть солнце не палит, но ветра немного, поэтому за звук извините. Хочу сегодня хорошо так пройтись по большому участку набережной. Надеюсь, сегодня найду больше находок. Давайте проверим. Ну что, начинаем. Громко. Все, погнали. Все работает. Вот и первый сигнал. Как раз в прямом эфире, грубо говоря. Похоже на монетку. Все, достал. Не вижу. Достал, где-то здесь. А, вот и монетка, да, смотрите. Первая, 50 центов. 50 евроцентов, да. Супер, идем дальше, закапываем. Так, есть сигнал. 73. Что это у нас? Неужели выпал?
Ага, манитосина. 20 центов. Слушайте, хорошо. Не зря я отъехал дальше. Больше ничего. Клада нет. Так, сигнал 68-70 на поверхности. А, крышка. Крышка и все, да? Сигнал хороший был. Надо какую-то защиту сделать на пинпоинтер, потому что он царапается, капец. Может, термоусадку поставить. Друзья, сигнал 71 прямо на поверхности. 1 еврик. Красота. Уже сколько? Евро 70? Я хожу где-то буквально минут 10, наверное. Друзья, посмотрите, какие здесь крабы. Вон побежал. Вот такой вот. Надо покупать краболовки. Собирать себе крабов на обед. И вот здесь вот только что копал. Крышка. И вот здесь вот тоже куча сигналов. Вот еще один. Получается участок. Вот треугольник такой, вот который трактор не разравнивал. О, выкопал. Не буду даже копать. Это открывашка. Вот только что где-то вот здесь вот был сигнал. Вот только что пикнул. Как монета. Походу глубоко где-то. А вот. Во, вот здесь вот. Опа. Мужик на велике проехал, а тут походу джекпотик, друзья. Обалдеть. 71 било, как монета. Друзья, походу мы в этой серии купились. Обалдеть. Просто посмотрите. И на поверхности. Это походу вот здесь вот в волейбол сидели, играли. И у кого-то он выпал. Тупо выпал, потому что он даже не был закопан. Даже змейка не окислилась. То есть, скорее всего, это было буквально на днях. Так, закидываем. В конце видео обязательно посмотрим, сколько там бабосиков. Я пока не останавливаюсь, но уже супер. Это еще, ну вот, вот этот участок, я вот там вот начал, то я еще его не прошел. Обалдеть. А если там уже, если там сотка будет, можно брать уже профессиональный металлоискатель, этот продать и брать более навороченный. Обалдеть. Я в шоке, друзья. Капец, кошелек найти. Обалдеть, тут цепочки случайно нету? Тут что-то еще есть. Вот где слабый сигнал, блин, бьет 73. Обалдеть. Где еще? Так, надо копнуть. Вот он здесь же лежал где-то. Вот что-то еще. А нет, это камешек. Уже чудится. Капец. Капец. Вот это я понимаю. Если я еще сегодня золото найду или серебро, это будет просто, просто супер-мега выпуск. Не, больше ничего нету. Капец. У меня аж руки трусятся. Так, все, идем дальше. Так, друзья, вот только поднял. Вот она. Монетка. Слушайте, на этом участке прям очень много монет и очень жирные находки. Ну, кошелек только. А так, еще 20 центов, уже отлично.
Опа, друзья, еще одна монетка. И это у нас 1 евро. Неплохо. Очень даже неплохо. Что тут еще есть? Так, походу монетка. Где ж ты, ё-моё? Вот она выглядывает. Монетка, 10 центов. Сигнал 70 был. Отлично. 78. Я не помню, был у меня такой или нет. Ага, ключик. Не, вроде не было такого сигнала. Был 80. То есть вы смотрите, ключик. И все, да? Записки нету? Ключ от сейфа, от шкафчика, где лежит золото. Нету. Так, я думаю, что будем заканчивать. Идем, посчитаю монеты. Там где-то около, я думаю, 3 евро будет. И что в кошельке, какая сумма. Так что погнали. Ну что, давайте смотреть, сколько я нашел за 3 дня. Плюс что в этом кошелечечке. Так. Все монетки достаем из особо неценного. Это вот такие вот два ключа и замочек. И теперь считаем бабосики. 1, 2, 3, 3,50, 4, 4,50, 4,75, 4 евро 75 центов. Так, и теперь самое интересное, друзья. Опа! Начнем с монеток. Так, одна убежала. Так, здесь у нас евро, 2, 3, 3, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 43, 3, 44, 3 евро, 44 цента. Так, здесь больше ничего, здесь ничего, здесь какая-то карточка. Здесь карточка iPhone XR 2019 года от McDonald's. О, прикольно, стикермания. Алекс Бой какой-то. Что-то карточка винного магазина. Ну и самое интересное, тут еще какая-то карточка. С пиццерии, наверное. О, тут не так уж и много. 20-30 евро, друзья. 30 евро. И тут сколько я сказал? 3,70, да? 3,40. 33,40. Капец. Конечно, интересно. Но я думаю, что кошелек надо будет вернуть. Наверное, выставлю объявление на сайте объявлений. Типа OLX. Сделаю фотки, поставлю, что потерялся кошелек. Кто напишет, что это его, то обязательно верну. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Вот такие вот находки за 3 дня на 3 разных локациях. Обалдеть, я, конечно, не ожидал. Ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях. И до новых встреч. Дальше будет больше находок и еще интереснее видео.